Очень многих людей объединяет любовь к музыке, качественному и громкому звучанию. Соревнования по автозвуку – это мероприятия, на которых собираются как новички, так и профессионалы этого увлечения и между собой выясняют, чья система громче. Мы побывали на молодежном фестивале в Славянске на Кубани, посвященном автозвуку. В нашей стране соревнования по автозвуку проводятся уже около 25 лет и привлекают все больше увлеченных автолюбителей. Ежегодно в крупнейших городах проходят десятки подобных состязаний. И, конечно, радует, что их популярность остается высокой. В этом мы смогли убедиться, побывав на фестивале «Автозвук ТОП-10 СНК», который состоялся на площадке Южного рынка нашего города. Сюда приехали поклонники качественного и громкого автозвука не только со Славянского района, но и со всего Краснодарского края и даже из-за его пределов. Собравшихся приветствовал начальник управления по делам молодежи Славянского района Олег Смольников. Организовали для вас небольшую точку, где можно перекусить. Чуть дальше там площадка, где можно провести свой досуг, если вдруг у вас будет свободное время и вы захотите отдохнуть, поваляться на мешках или просто посоревноваться. Сегодня будут определенные конкурсы, тематические соревнования. Ну и, конечно же, самое главное – это соревнования по автозвуку. Ну что, молодежь Кубани, привет! Начинаем! Главный судья фестиваля Юрий Горьковенко поздравил участников с началом соревнований и разъяснил их правила. Это большое увлечение. Я сам являюсь пятикратным чемпионом России 22 года, 21 года. Езжу на очень большие мероприятия. И как бы, ну, решил молодежь Славянска и регионов как бы сюда то же самое подтянуть, чтобы они развеялись, развлеклись, и чтобы было им весело, хорошо. Конкретно на этом мероприятии фронт плюс бас будет замеряться звуковое давление внутри машины и звуковое давление снаружи автомобиля специальными приборами. При проведении соревнований учитываются определенные нюансы, есть свои специфические правила. Все внимание было уделено уровню громкости звука, который определялся специальными измерителями звукового давления. Для участников фестиваля он стал настоящим праздником, ведь они серьезно увлекаются автозвуком. Просто люблю громкую музыку. Просто увлечение такое своеобразное. Ну, для кого-то спорт, для кого-то автозвук. Это все. Для своего интереса, показать себя, посмотреть на людей, что у кого. Каждая фирма звучит по-своему в своей машине. Приятно было видеть, в каком состоянии участники соревнований поддерживают свои зачастую далеко не новые автомобили. И, конечно, у них особое внимание автозвуку. Эта машина 89-го года, и что-то по ней не скажешь, что она 89-го года. И, мне кажется, она до сих пор живет и будет жить, пока будет у меня биться сердце, скажем так. Любить автомобили, любить автозвук, любить вот это все. И это действительно круто. Действительно, посмотрите, сколько людей, все собрались, никакой агрессии, никаких противоречий. Все, люди просто развлекаются, наслаждаются жизнью. В этом уже есть весь смысл. Действительно интересно пообщаться с другими людьми, кто как собирал, кто что делал, какие новые новинки выходят. Процесс идет, прогресс идет, поэтому, конечно, интересно. На территории работали интерактивные площадки, где все желающие смогли принять участие в забавных конкурсах. После подведения итогов молодежного фестиваля «Автозвук ТОП-10 СНК» самые лучшие были награждены дипломами и кубками. Все, кто побывал на соревнованиях, получили много ярких впечатлений. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».